так дирижерские руки должны делать эти дела. Ну, по два цикла? Только по два. Один не выживет, да. Второй выживет. Мне было 50 лет, когда мы купили этот сад. Ну что, в общем, потянуло как-то к земле. И жить на Кубани, не заниматься землей, сельским хозяйством в какой-то степени, это непростительно. Благодатный край, благодатная земля. А сейчас это стало потребностью, отдыхом. Видимо, цикл нашей жизни так рассчитан, запрограммирован, что мы должны вернуться вот к земле. Это отключение какое-то от своего любимого дела, переключение на другое любимое дело. Понимаете? Вот. Мы поженились с Володей. Он страдал болезнью. Сколько прожито было лет, а это не один десяток лет, он ничего не мог есть. То есть это строгая диета. И вот пришлось сделать операцию. Фактически у него было 5 операций, 2 приема. Врачи вернули ему жизнь. Есть и жирком, и с чайком есть, и без чайка есть чаек. Все есть. Очень люблю музыку. Люблю ее слушать. Ну, любила сама играть и музицировать. Люблю очень работу на земле, потому что вот когда я вот высаживаю цветы, выращиваю их, то у меня это как музыка. Цветы – это как музыка. Пять лет я за пультом студенческого симфонического оркестра. Нисколько об этом не жалею. Это всегда вечно молодой оркестр. Оркестр, который все впитывает в себя, с желанием играет. Я не чувствую своих лет с ними. До того, как мы встретились, мне приснился сон. Я пришла в филармонию на симфонический концерт. В вестибюле много знакомых студентов консерватории. И они меня спрашивают: «Валя, а кто это с тобой?» Впереди меня идет молодой человек в черном костюме. Я иду за спиной. И я улыбаюсь. С черной шевелюрой. С черной шевелюрой, да. Познакомьтесь, это мой муж. Очень хороший человек. Прекрасный семьянин. Отличный музыкант. И я поднимаюсь по лестнице в зрительный зал. И вот сидит на сцене симфонический оркестр. Выходит дирижер. И когда он повернулся лицом к публике, то я в какой-то дымке такой, вот не очень ясно, но и в то же время очень видно, выходит к публике и кланяется дирижер. И я вижу лицо своего супруга. Это было за 6 лет до того, как мы познакомились, как я вообще его увидела впервые. И однажды я была приглашена к друзьям. И вдруг я встречаю своего супруга.
И я весь вечер играла. Володя стоял около меня и, значит, слушал. И кончилось это тем, что через 3 недели была свадьба. Такие счастливые дни, когда мы все вместе собираемся, бывают, к сожалению, очень редко. Мы живем в разных городах с родителями. Я после консерватории вернулась в Свердловск, из которого родители уехали 20 с лишним лет назад. Уехали они, собственно говоря, из-за меня. Я очень болела, и нужно было поменять климат. И они решили, что пожертвуют своей какой-то уже сложившейся профессиональной судьбой в Свердловске. Папа закончил факультет военных дирижеров при Московской консерватории с отличием. И собственноручно Шостакович поставил плюс к той пятерке на госэкзамене, которую решила поставить ему госкомиссия. Мама сейчас уже вот 3 года на пенсии и очень скучает по работе. Мы-то с папой прекрасно понимаем, что она не просто скучает, а тоскует. И всю свою потребность в какой-то деятельности, а она по природе своей человек очень деятельный, она пытается как-то реализовать себя в саду, вернулась к вышивкам, чем она увлекалась в молодости. Мои родители, особенно мама, были всегда чрезвычайно преданы семье. Вопрос какого-то личного благополучия никогда не стоял. Все ставилось на карту ради того члена семьи, который нуждался в поддержке или в помощи. Она вышла замуж и пыталась как-то проанализировать, почему же. И пришла к выводу, что просто ни один из моих знакомых не был похож на моего отца. Но я все-таки вернусь к людям, о которых вы прочитали. То есть это героизм, чтобы сохранить оптимизм этого человека. Героизм. И героизм, чтобы вот так воспринять мир. Вот. Что касается нашей семьи, конечно, никого не миновал 37-й год. Так же, как войну 41-го года не миновал. Мой отец погиб в лагерях, Вален отец. Я не могу поверить, чтобы человек был счастлив, который прошел лагеря. Человек сейчас вполне не может быть счастлив. Не может быть счастлив. Да. Нет, просто я продолжаю мысли Владимира Лазаревича, он сказал, да, что вот... Наверное, особое восприятие мира у человека, который был счастлив. Поэтому я так и сказал. Я задумался, я долго очень думал, вот все эти минуты, не знаю, сколько прошло, потому что сейчас время остановилось. Только один сорт людей был счастлив. И во все времена, только влюбленные. Влюбленные в друг друга, и в жизнь. И сейчас тоже. Это люди, которые бывают во все времена. Это вечно.